В этой программе нет единой сюжетной линии. Акцент на безупречную дрессуру и сложнейшие акробатические трюки. Это цирк Джемелли. На курорт эту уникальную программу привезли впервые. Главным персонажем является клоун. Клоуны Джемелли, которые привезли вот такую замечательную программу, замечательный дивертисмент в добрых традициях старого русского цирка. С номерами, действительно, где король цирка, трюк. Ну а трюки действительно уникальные. Вот гимнастка парит под куполом, выполняя разнообразные воздушные пируэты. А вот повелитель колеса Сира удивляет зрителей силовыми акробатическими элементами, а батутисты – полетами и кувырками. Ну а номер фараоны точно придется по душе любителям острых ощущений. Канатоходцы выполняют трюки безо всякой страховки на большой высоте. Его главные герои – братья Суанбековы. Они выступают и в номере «Колесо смелости». Высота 10 метров, никакой страховки. Братья исполняют трюки на грани человеческих возможностей. Жанр очень сложный, жанр очень травмоопасный, травматичный, потому что здесь никак нельзя использовать никакую страховку, никакую лонжу. Жанр очень динамичный, очень зрелищный. Мы считаемся одним из лучших, наше колесо считается, в России, так как мы берем своей скоростью, темпом, то есть с таким темпом очень тяжело работать. Ну и отдельно стоит сказать о животных. В цирке Джемелли выступают дрессированные канадские пумы, трюки показывают белые вороны и кони. Одним словом, эта программа удивит и детей, и взрослых. Цирк нам очень понравился, особенно нам нравятся гимнасты. Мы любим как воздушных гимнастов, акробатов, очень красиво. Прекрасно, очень интересное представление, замечательные воздушные гимнасты. Очень все понравилось, очень фееричное шоу. Мы приезжие, мы просто в восторге. Гастроли цирка продлятся в Сочи до 9 июля. Галина Моисеева, Ольга Десятова, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.